Здравствуйте, на площадь Толбухина подвезете? Садитесь, подвезу. Садись. Если люди хорошие, замечательная возможность. Вот это дискотека. Это лучше, чем дискотека, потому что на любой дискотеке все равно вам приходится платить деньги, а здесь вам денег вообще не придется платить ни за что. Это телевизионная программа «Такси». Вы едете абсолютно бесплатно, вы отвечаете на вопросы. Если отвечаете на вопросы правильно, то я плачу вам деньги, если мы приезжаем на площадь Толбухина. Если вы сделаете 3 ошибки на этом пути, то после 3-й ошибки я вас вынужден буду высадить. Все ясно? Я. Как вас зовут? Аня. Аня. Ира. Аня и Ира. Здоров. Здравствуйте. Ира и здоров. Аня. Слушаем первый легкий вопрос. Яка кількість пальців на руці людини має по 3 фаланги? У тебя точно 4. Такая. Да, вот мне тоже было интересно, почему-то Аня начала сразу же смотреть на Ирину руку. Вот у меня не такая, конечно, у тебя сколько? 4. 4 пальца. Уверены в этом ответе? Сейчас еще подумаем. Давайте, ну подумайте. Хотя что-то думать, тут считать надо. 4, наверное. Или 3. 4. 4. Ответ 4 я принимаю. И, конечно же, это правильный ответ. Ну вот же, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Таких пальцев 4, да? На большом пальце всего лишь 2. Вот, все, вот видите, как чудесно. Следующий легкий вопрос. Кому писав листи Ванька Жуков у одноіменному оповіданні Чехова? Чехов. Письма. Ванька Жуков. Подсказки. Будем звонить. А кому звонить? Подруге Тане. Таня! Кому Ваня Жуков в повести Чехова писал свои письма? На деревне дедушки, да? Все, спасибо, Танюш. Подсказали? На деревню дедушки. На деревню дедушки, да. Танюша рулит. Рулит. Танюша рулит, Танюша молодец. Очень слезливые были письма о том, как его били, унижали, но, в общем, у него все было хорошо. Читаем Чехова, вспоминаем и зарабатываем деньги. Это было еще 50 гривен. Ваш маленький загашничек, к которому вы получите доступ вашими прекрасными наманикюренными пальчиками только тогда, когда доедете. А пока нет, пока зась. Слушаем следующий легкий вопрос. Что саме украинцы святкуют 28 червня? Это 100% выходной день. День Конституции Украины. Ну правильно, ну, у нас одна Конституция Украины. Да, у нас. И это правильный ответ, еще один правильный ответ, и еще 50 гривен. Слава Богу, что? Слава Богу, что это правильный ответ, что у нас есть Конституция. Что и то, и другое. И то, и другое. Согласны. Слушаем следующий. Легкий вопрос. У якому різновиді спорту найпопулярніший початок має назву Е2, Е4? Это так начинается игра? Да. Игра начинается Е2, Е4. Иногда со слов, да. Иногда это не произносится. Шахматы? Да, ну конечно шахматы. Же шахматы. Ну да, ну а какая же еще замечательная ну, вот игра? Я думаю, что только Е2, Е4 шахматы. Е2, Е4 это только шахматы и больше ничего. Ну и давайте последний легкий вопрос, а потом вы будете рассказывать, чем вы такие красивые занимаетесь. Якого кольору волосся головної героїні мультиків Рапунцель? Русые. Русые, они же белые. Ну, да. Вот русые, да. 250 гривен ваши.